Новини з табору російських окупантів. Командири тікають, солдати без їжі, зброї, грошей і меддопомоги. Вкотре отримаємо підтвердження, що російських загарбників відправляють на смерть. На чергових плівках, перехоплених управлінням СБУ в Черкаській області, російський солдат зі страхом говорить батькам: «Нас вообще киданула наше руководство, оно отступило». Розповідає про страшні бої, потрапляння в кільце, про відсутність медичної допомоги для поранених. Окупанти в Україні втрачають віру в командирів, у свою армію та в керівництво Російської Федерації. Розуміють, що вони нікому не потрібні і кинуті на призволяще. Алло, да, нас вообще кидануло наше руководство, она отступила. Вот, а нас, короче, уже прикомандировали к другой бригаде. Представляете меня, мы ехали на Урале, я в кабине сидел. Пацаны, которые сзади, короче, все, короче, мертвые. Короче, с танка прям в кабину нам. Мы выскочили, побежали, вообще в шоке. Потом приехали, нас, короче, с артиллерии расстреляли. Мы вчера бой держали, у меня прямой бой был. Вот. Я вчера два раза чуть не где-то родился. Меня вплотную чуть не расстреляли. Вот, с автоматов. Прям пули рядом, прям вообще первый раз идет. Земля аж поднималась рядом с ногами. Мы хоть с кольца вырвались, нас кольцо там взяли. Мы три раза пытались вырываться, три раза нас это градом рас. Послушать, да нет. Ну, вода есть, мы воду набрали сами. Вот. Вот. А еду, ну не знаю, сейчас что-то ищут там пацаны. Сухпаи там сейчас что-нибудь разделим, чуть-чуть поедим. Тут еще с танка спина вся болит, блин, голова болит. Да, господи, что там рядом нет или как? Да нет, я пришел, они сказали, не до тебя, можешь даже не подходить. Ты ходишь, это, так что иди, говорит, бери автомат и иди дальше в бой. Я говорю, у меня голова кружится, они говорят, нет, ни времени нет для тебя, и все.